Ну что ж, снова всем здрасте. И у нас пятая часть. Пятый ролик. Прохождение Angry Birds Epic. Мы начинаем с воды. Осталось совсем немного. Скоро уже найдем мы пятое яйцо. И будет финальная битва. Посмотрим. Через часок я думаю, что дойду. Может быть, полтора часа мне осталось, чтобы тут все пройти. Посмотрим, как повезет. Так, всех бафаем. И атакуем. Так, все время Реда что-то они атакуют. Вот у них какое-то желание постоянно убить его. Вот постоянно. Вот Ред бедненький, а. Не везет ему. Все время кто-то его хочет убить. Так, двоих мы уже нейтрализовали. Рыда атакует, но я думаю, я Рыда не бафал, я думаю, что он выстоит. Там не такой большой урон, что прям мне щит прям кидать сейчас. Так, Метильда добивает. Ладно, мы вот сейчас кинем, потому что, смотрю, сейчас будет опять атака Рыда. Сейчас мы должны... Да. Но здесь как бы ничего сложного я не вижу на этом уровне, потому что здесь больше волн нету, мы этих убиваем и концовочка. То есть это буквально быстренько. Пару минут и все. Как вам на стриме, ребят, там нормально звук, все, как там картинка, качество хорошее, напишите, пожалуйста, мне будет интересно. Как у вас там изображение, не тормозит ничего, все нормально, там звук четкий, картинка хорошая, проблем нету, напишите. А, 6 башен мне надо пройти, по-моему, 5 яиц всего, по-моему, 5-я последняя, какая 6-я башня? Там, типа, концовочка, может быть, без яйца уже будет. Не знаю. Сейчас увидим. Всего 5 яиц было. Так, продолжение. Ну, мы сейчас вот как раз дойдем до этого момента, до следующего момента, что дальше мы и не пройдем, и нам нужна будет подводная лодка. Так. Так, так, так. Здесь у нас большая волна. 3 волны будет, поэтому я должен всех бафать и здоровье минимально терять. Здесь опасно. Плюс большая свинья, что она будет делать? Давайте посмотрим. Каждые 3 хода 264 урона всем вокруг. Вообще всем. То есть это большой урон. Серьезный такой. Поэтому... Ну я ничего не сделаю, как бы. Надо просто мелких добить. Мелких мы добиваем. Ну, сейчас будет урон. Видите, приличный урон. Но мы сейчас восстановим его. Проатакуем. Матильда хорошо лечит после каждой атаки, поэтому особо я не вижу проблем. Я даже вот так сделаю. Вот так. Сейчас будет Матильда. 26 урона, вот видите. 26 здоровья восстанавливает каждой птицы после атаки Матильды. То есть это очень много. И поэтому у нас эта Матильда мне больше всего нравится. Ей не надо ничего кастовать, она всегда атакует и восстанавливает урон. Поэтому мне она нравится. Но чем лучше здоровье у него... Чем лучше у Матильды оружие, значит, и больше она лечит. То есть очень выгодно скрафтить какое-нибудь оружие крутое Матильдичке. Ну, вот чуть позже скрафтим, пока нечего, я думаю, крафтить. Так, одного сразу убиваем вообще, не глядя прямо. Что у него там такое? Подкрепление он призовет или что? А, он командует всем свиньям атаковать случайную цель. У него такая способность. Ну, я думаю, нам это не страшно, потому что тут уже никого не осталось. Маг обманет короля и будет 6-я башня, да? Я не помню насчет 6. Я про яйца говорю, 5 яиц. Что, 6-е яйцо появится еще откуда-то? Вроде ж не было 6-го яйца. Может быть, а башен 6, но яиц-то было всегда 5. Читаю я комменты, ребята, читаю. Пишите что-то интересное. Не спрашивайте меня про игры. Не спрашивайте про игры, какие я буду играть. Я не знаю, понимаете? Не спрашивайте. Мне надоели эти вопросы. Так, я, наверное, сразу оглушение кидаю. Это самый лучший вариант, начать вот так бой. Мелкого, значит, оглушили. А этот, смотрите, он, мы его добьем в следующий ход. У него очень мало здоровья осталось. Так, бьет, окей. Окей, Матильда, давай. Убила, хорошо. И мелкого мы добьем, я думаю. Вообще легко проходится, все приятно как-то так играть даже. Так, остался большой, я не думаю, что он что-то сделает. Мы его просто бьем, бьем, бьем и все.
У нас он уже перчик готов, но мы его и так убьем даже. Но я хочу 3 звезды, поэтому сделаем вот так, смотрите. Оп. Восстановим здоровье. У нас высокий шанс, что нам 3 звезды дадут за это. Потому что у нас почти все здоровье у всех птиц. А за это дают дополнительные очки. Если будешь улучшать оружие, то Матильде лучше всего. Да, ты прав. Матильде лучше всего сейчас. Нам оружие. На нее самое худшее оружие сейчас. Я поднакоплю, у меня особо монет просто нет. У меня там реагентов не хватает. Мне придется монеты тратить. У меня монет нету, поэтому я навряд ли там что-то скрафчу. Плюс у меня оружия там и нету. Прям супер крутого. Вот смотрите, муха садится на бомбу. Но так не работает, конечно, что муха села и бомба взорвалась. Это, конечно, смешно. Но как бы это показатель того, что типа все, птички ничего не сделают. И вот опять у нас идея у профессора скрафтить что-то там. Типа не корабль теперь, а подводная лодка, все. И сейчас будем по всей карте искать эти запчасти. Вот первый чувак, который может скрафтить подводную лодку, он находится там. Окей. Я так понимаю, что вот это проход к нему, да, сверху открылся. Другого прохода здесь и нету. То есть нам придется идти через верх. Давайте забежим сюда, посмотрим, что мы можем тут скрафтить. А, здесь новые классы. Они нам не нужны. Ну ладно, погнали дальше. Погнали проходить. Так, закрываем. Две большие свиньи. Одна чуть больше вроде по здоровью. Да. Каждые три хода 330 урона наносит. Ничего себе. Может, верхнюю свинью буду бить. Но они обе свиньи очень сильные, на самом деле, если так посмотреть. Может быть, бафы даже не нужно было делать. Они сейчас будут заряжать атаку эту. Вон, синюю птичку будут бить. А этот будет... Этот Реда бьет эту синюю птичку. Мы попробуем одного успеть убить. Мне кажется, на следующий ход у меня есть шанс. Да, мы вот эту большую свинью убьем. А по синим птичкам у нас урон какой? 462 пойдет, да? Но они не умрут, так что можно не беспокоиться. О, ну у нас есть возможность даже. Мы убили его быстрее. У нас Ред есть шанс щит кинуть. То есть мы кидаем щит, смотрите. Урон 208 всего лишь. Плюс Матильда какой-то урон отличила, потому что была у нас аура вот эта вот такая, которая лечит. И получается все неплохо. Добиваем. И сейчас будет у нас перчик. И, ну, как бы легкий уровень получился. Я думаю, что-то сложнее будет. Но так как у нас хорошие птички, хороший урон у них, все легко проходится. Башен 6, яиц 5. Ну, все правильно, я же говорил. 5 яиц. Сколько там башен, я никогда не считал, честно говоря. Мне главное, сколько яиц. Так, 19 левел. У нас больше здоровья, больше атаки. Плюс 3 золотых монеты. Сколько там? 125 надо, чтобы купить золотой перчик. Кто-то мне подсказывал. Я просто немножко потратил уже, но сейчас немножко верну. Я думаю, накоплю эти монетки, и мы сделаем золотой перчик. То есть у нас будет всегда перец вначале будет готов. Сразу в начале боя мы можем ставить его. Так, долгий уровень, да, у нас получается. Можно атаковать. Значит, что он будет делать? Свин этот. Каждые 3 хода большой урон наносит. Мы его добиваем до того, как он что-то сделает. У нас урон просто бешеный сейчас. Видите? Мы уже сейчас его убиваем, а у него еще целый ход, чтобы скастовать. То есть вообще классно. Так, хорошо. Что дальше? Дальше у нас... Ого, какой огромный чувак снизу. Так, этот каждые 2 хода лечит, а этот что делает? Большой урон наносит. Я, наверное, верхнего буду бить все-таки в первую очередь, чтобы он не успел вылечить. Мы ему почти половину здоровья уже сносим вначале. Это очень хорошо. Сейчас мы кинем перчик синим птичкам. Там огромный урон наносится. Видите, 733 получается. Это очень большой урон. А это мы успеем убить. Он сейчас начнет кастовать лечение. Но у него, видите, 2 бара осталось здоровья. Это очень мало. И мы его успеваем убить. И мы даже этого, скорее всего, убьем. Видите, у него 3 бара. Если мы сейчас все правильно сделаем... Блин, ну это рискованно сейчас. Сколько у него? 300 здоровья, а Ред сколько нанесет? Ред наносит меньше. Давайте тогда пробафаемся, чтобы он у него особо много уронил. Мы не успеем убить просто. Ну, только если повезет, крит сработает, но вроде как крита у нас нету, поэтому такие дела.
Ну и добиваем его. И последняя сейчас волна, кто-то прибежит сейчас. Но у нас перчик почти готов, так что я не думаю, что сложность будет какая-то. О, какой чувак, у него прям сыр какой-то на палке. Каждые два хода наносит 230 урона всем врагам. 10%, что будет оглушение сработает на один ход. Он не сильный, короче, чувак. Как бы он, наверное, просто так даже не атакует. То есть мы можем спокойно его атаковать, оглушать сейчас, и ничего он нам не сделает. У него здесь диспел даже сработал, у него какая-то аура была или что. Я чуть не заметил, у него вроде ничего не было. Так, ну вот, видите, он заряжает оружие на Реда нашего. Ну я тогда, я не хочу его терять, щит кидаю. Вместо атаки мы все равно не добиваем. Ну и все нормально, Ред выживает. Все, конечно, полумертвые уже, мало здоровья. Но мы успеваем все сделать и все. Сейчас, а, нет, мы сделаем вот так, вылечим все, чтобы нам максимально звезд дали за победу. Сходи к свину, тот, который дирижабль сделал. Ну, я схожу, но потом. Схожу. Мы сейчас сразу найдем часть для крафта, подводки этой. И потом к нему зайду, посмотрю, что у него. Там бутылки можно что-то там, какие-то свитки купить на бутылки на алхимию. Но у меня просто денег особо нет. Видите, у нас 369 монет. Так, о, оружие, смотрите-ка, вот оно. Вот это оружие нам обязательно нужно купить. 5% на оглушение на один ход. Вот, если, конечно, скрафтим. Сейчас посмотрим, сможем ли мы скрафтить все это дело. Я просто не уверен в этом. Где наша Матильда? Вот, нажимаем. Значит, у нас не хватает вот этих коробок каких-то, да? Давайте посмотрим, где коробки. Вот они. А, нельзя крафтить. Это самый основной ресурс. Нельзя его скрафтить никаким образом. То есть придется монеты тратить. А сколько монет? Ого! 1100 с чем-то монет. А, у нас еще чего-то не хватает. А нет, все остальное у нас есть. Только почему нет у нас этих деталей-то? Почему у нас не хватает? Блин, такое оружие я не могу скрафтить. Ничего не сделать, к сожалению. А, давайте посмотрим тогда Special Offer. И сколько перчик стоит? 125, видите, он стоит. А у нас 117 монет. Не хватает, не хватает. Может класс какой-то купить? Тоже 130, не хватает. Все дороже намного. А что здесь мы можем? Базовые ресурсы мы можем купить где-то? Нам нужно. Так. Это нам не надо. Вот здесь, наверное, базовые ресурсы. Но видите, они все за монеты. За 20 монет 320. Ну, это как-то не очень. За 200 монет. У нас он еще 100 монет всего. То есть, ну, или за деньги покупать. Короче, ничего крафтить не буду, потому что, к сожалению, на данный момент у нас не хватает монет. И я не думаю, что они у нас появятся. Нам нужны вот эти ресурсы базовые, но они почему-то нигде не выпадали. Поэтому не повезло нам. Идем дальше, у нас Мурлендс третий левел. Драмалик, советую еще одну игру, Пиксель Ган 3D, мне уже советовали. Она абсолютно мне ничем не нравится, тот же Майнкрафт, интереснее, мне кажется. Так, атакуем. Так, что-то они там заряжают, да, надо их быстро убивать. Вообще максимально быстро. Но верхнего мы успеем убить, я думаю. То же самое, как и в прошлый раз, получается. Две свиньи. И мы сейчас одну успеем. И Ред кинет, например, щит. Да, вот он, смотрите, на голубых птичек, синих птичек. Кидает, и все отлично. И они не погибают. Они бы и так не погибли, но у них очень мало бы здоровья осталось. Мы сейчас используем... Кстати, если мы используем на нашу Red птичку, сколько она урона наносит? 1100 урона, да? А это наносит меньше. То есть я думаю, что нам надо на Red сейчас ставить. Видите, какой урон? 1102. Прям вообще супер. Это даже сильнее, чем на синих птичек. Просто синие птички еще оглушение на один ход дают, поэтому урон у них типа ниже. Сходи на второй уровень, там коробки добудь. В плане, они там валяются, да? Или пройти старые уровни. Но это долго проходить, нафиг мне это надо. Я могу просто на карте поискать, может быть, они где-то валяются.
В жемчужине или еще где-нибудь. Знаете, такие вот места, где можно ресурсы на халяву взять. Но вроде как нигде нету. Я так смотрю, вот видите, я карту мотаю. Вот, видите, пенек нашел я. Но там нету, видите, там не то выпадало. Где-то еще было, но навряд ли там будет. Короче, идем дальше. Я уже хочу быстрее подлодку открыть. Нам чуть-чуть тут осталось буквально. Буквально 10-20 минут мы подлодку откроем. Потом поплывем туда. Там надо меч найти, чтобы к Майти Иглу подойти. Но это, по-моему, не обязательно. То есть можно и так, по-моему, проходить. И что там еще? Ну и потом пойдем уже по пятое яйцо и шестая башня. Там и все дела. Там самая концовка будет долгая. А так... Все будет пройдено. Все отлично у нас. Я даже не ожидал, что так быстро пройду. Вот только... Ну, просили меня эту игру пройти. Я пройду. Все. Покончим с этой игрой. Будем новые игры, другие какие-то играть. Какие, не скажу. У меня есть планы. Когда буду стримить, вы узнаете. А пока, чтобы была какая-то интрига, я вам говорить не буду. Чтобы был интерес у вас какой-то. Так, два больших свина. Я думаю, что верхнего надо. Но мы сейчас как повезет, короче. Кого будем? Ну да, повезло. Верхнего и бьем как раз, в первую очередь. А что большой делать? Он такой большой, я прям боюсь. У него такой урон, наверное, должен быть большой. Но в реальности небольшой урон у него. 345 урон всего лишь. А у нас у Реда сколько здоровья максимально? 618. То есть больше здоровья у него намного. Но никак не умрет. Даже и без щита, если я щит не ставлю. А со щитом у него 100... сколько там урон будет? А, 199. Что-то больше пробил он, чем должен был быть. Что-то щит не особо спас, получается. А сейчас я хочу бафы кинуть. У нас все равно есть целый ход. А, блин. Он убил его быстрее. Я думал, что мы не убьем сейчас прям. Ну ладно. И вот у нас последние ребята. Опять стан сейчас кидаю сразу же. Или может большого попробовать убить, сколько у него здоровья. Давайте попробуем сразу убить. Благодаря Реду мы можем это попробовать сделать. Видите, какой у нас адский урон. Из-за того, что мы ему пересдаем, у него прям 1000 с чем-то там урон. Плюс у нас баф был, он вообще 1300 нанес. Так он 1100 наносит, у нас был баф плюс 25%. И мы его спокойно убили, все. Надо было вначале Матильды, чтобы здоровье восстановить немножко. Неправильно в конце сделал. Но надеюсь, нам 3 звезды дадут. Свинья, у которой подлодка от тебя будет уходить, да? Она будет убегать? Да ничего себе, я такой не помню. А, может быть, может быть. Может быть, да, там еще пару уровней надо будет. По воде за ней, или что-то типа того. О, смотрите, камни, ну-ка, что там выпадет? Нет, что-то. Что там выпадет? А, ну это все для крафта алхимии, на самом деле. Ничего такого и не выпало. Так, вот здесь у нас сундук, награда хоть какая-то. Что-то они редко сундуки расставляют разработчики. Вроде уровней много, побольше было бы сундуков, интереснее было бы играть. Там все равно какая-то ерунда выпадает. Ну, как бы приятно, что ты что-то открываешь. А то как-то мало сундуков они, разработчики, расставили на карте. Так, ну чё мы? Чё мы будем делать? Чак сейчас будет наносить большой урон. Матида добивать. Нет, не успели мы убить этого. Блин, а сейчас, наверное, урон они наносят нам хороший такой. Они просто не думают, они сразу атакуют. Поэтому такие враги для нас самые опасные, когда они сразу атакуют. Ну, двоих мы уже сразу нейтрализовали быстренько. А, так. Да, атакуют, что-то думать. Просто в одного все. Весь урон. Опа, какой крит вышел, 549. Если бы не вышел, мы бы и не убивали, конечно. Повезло нам. Все, готово. Скоро пройдем игру, чуваки, скоро пройдем. Надо пройти, чтобы уже все, никто не просил меня поиграть в эту игру. Надо вот пройти ее. Чуть-чуть осталось тут. Вот он, свин, прыгает в воду и убегает, как ты и говорил. Но мы как-то же его найдем, наверное, я так понимаю. Открываем сундук, что там в сундуке? 50, 10, блин, ну так мало, 60 монет всего. Вообще мало. Так, окей, что делаем? Мелких убиваем.
сразу одного сможем сделать без бафа, если не бафаться. Так, у него какой-то взрыв будет большой, да, или что он делает? А, приказывает всем свиньям атаковать кого-то. Но мы уже их убьем всех, пока он прикажет. Видите, он сейчас командовать будет, но мы уже всех свиней уничтожили. Сколько у него здоровья? 206. Это, скорее всего, для... Так. А он сам будет атаковать, интересно, если он сейчас будет приказывать, сам себе он приказывает или нет. А, получается, ничего... А, нет, нанес он все-таки урон. Я думал, он не будет атаковать. Перец готов, я тут же будет продолжение, я его оставлю, перец, не буду использовать. Продолжение. Так, что тут делать? Блин, много их. А ну давайте сразу вот так. В одного стан влетит тогда. А, в него и влетело, его убили сразу. Еще одного. Все, осталось трое и один большой. Все нормально. Но еще будет одна волна, поэтому надо быть готовым. Надо быть готовым. Так, убили. Убьешь? Убил. Двое осталось. А, блин, этого не добил. Не заметил опять снова. Там буквально один, одно здоровье часто остается. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, как плохо. Надо нам бутылочку Реду дать, потому что что-то у него здоровья мало. Ну и остался главарь банды. Мы вначале подлечимся, а потом уже будем атаковать его с полным здоровьем. Что он будет делать? Пытается все-таки убивать, наносить урон, но мы его добиваем. У Чака, конечно, мало здоровья, 60% где-то, но ничего страшного. Так, большой, большая свинья. Блин, много здоровья у него. Ну, мелкого будем... Бафаться или нет? Давайте бафнемся все-таки. Что-то я боюсь тут профукать в конце. Так, у него, как всегда, большой взрыв. 276 всем подряд наносит он. Ну ничего, мы успеем подготовиться к этому моменту. Мы даже можем оглушение сейчас на него кинуть, на самом деле. И у нас целый ход дополнительный будет. Да, у него половину здоровья мы сняли. Мы, может быть, сейчас его и добьем. А, оглушение, иммунитет был, я не заметил. Ред мог погибнуть, я только сейчас увидел, что иммунитет сработал. Все. Так, крутим барабан. Так, где там наша подлодка? Что мы будем делать? Новая какая-то пещера открылась, мы ее играть не будем, мы идем за подлодной лодкой. Поехали. Рекламочка трансформеров. Какая-то игруха, напоминает Clash of Clans, то же самое по сути, базу строишь, защиту и атакуешь, в общем, то же самое. Донатишь там много и много денег и становишься типа крутым. Типа больше задонатишь, становишься еще круче. Так, вначале убиваем этих, потому что они не мертвые, не андеды они, потому что они не воскрешаются. Теперь будем большого убивать, потом уже под конец вот этих вот мелких. Мы почти убиваем его. Что-то слишком легко здесь, да? Реально, вот эту систему с рангами поменяли. Может быть, они посчитали, что сейчас игроки не могут далеко пройти. И пусть они играют, но главное, что рекламу они будут смотреть. А так они не смогут пройти, рекламу не посмотрят. Типа, у них, наверное, такая логика какая-то была. Поэтому вот так вот все. Атакуй. Все. 319 урона. После этого уровня будет самый крутой бомб. Окей, буду знать. Проходим дальше. Что у нас дальше? Так. Ну вот он, еще придется пару уровней, наверное, тут идти до него. Ну, буквально два уровня, я думаю, и все. 20 левел у нас теперь уровень. Птичек, да, вот этот уровень следующий, я думаю, уже мы подлодку найдем. Осталось чуть-чуть, буквально вот чуть-чуть. Так. Бам.
Опа, хорошо, убили с первого выстрела. И этих тоже. Вот здесь, кстати, намного легче, чем до этого уровня были. Именно на воде, не знаю почему. Может быть, у меня такая стратегия хорошая, что под эту стратегию все подходит, и мы спокойно побеждаем. Вот тут даже особо не напрягаюсь. Сейчас какой-то взрыв будет, там еще что-то. А, он подкрепление призывает, окей. Я даже этого не знал, но ничего страшного, мы и так убиваем, я думаю. И мелкого давайте. Мелкий вообще мелкий, у него один удар от Матильды, у него 30%, 35% остается здоровья, то есть мало. Ну и супер удар Реда, и бам, все, 1115. Скрафти оружие, сундуки. Сундуки были. Скрафти оружие, окей. Окей. Скрафтить оружие, я же говорю, не получается. У нас не хватает монет. Монет у меня прибавилось плюс 60 всего лишь. А там надо было вообще чуть ли не плюс 500 монет получить. Вот она, подлодка. Давайте, наконец-то, получим эту подлодку. Плюс сейчас сундучок там будет, я смотрю, в воде. Мы можем что-нибудь нормальное оттуда получить. Ну что, какие-то чуваки, мы их сразу бам-бам. Вообще легкие. Они стреляют, что они делают вообще? Бафаются, что-то там... Непонятно, что они бафаются, давайте посмотрим. А, увеличивает атаку просто. Ничего такого прям. Мы его сразу, наверное, убьем сейчас. Нет, не хватает. Чуть-чуть не хватило. Но сейчас еще продолжение, это не все. Сейчас прибегут побольше. Такие большие, жирненькие свинки. Во, большой какой чувачок. Ну, мы вначале мелких возьмем. Что-то у меня левел поднялся, мне кажется, еще легче стало играть. Я думаю, что левел поднимется будет сложнее, но что-то я был неправ. Что вообще совсем уж легко. Я, наверное, на Реда сделаю. Он сразу большой урон нанесет ему. И может быть, на следующий ход мы его убьем даже. Я так подумал, зачем мелких убивать, мы его сейчас добиваем уже. У него там сколько осталось? 300 с чем-то здоровья. У нас даже Ред, вот эти птицы могут убить. Плюс Матильда, давай. Все, добили, молодцы. Когда стрим по Варкрафту? По Варкрафту пока стрим не планируется. Warcraft, от Варкрафта я отдыхаю. То же самое, как Garden Warfare 2 я отдыхаю. Поэтому пока не знаю, когда. В будущем, возможно, все. На данный момент планов нету. Так, ну я бомбы трогать не буду. Мы сразу попробуем этого большого убить. Тем более, если сейчас Рейд возьмет, использует свой перчик, короче. Мы попробуем его быстро убить. У меня 1000 с чем-то урон. А мы, смотрите, что сделаем. Вот так, диспели. Диспелим. Вот так вот. У него 1283 урона. И следующий ход мы добиваем, и все. Победа будет. Да, ну, взорвались, конечно, бомбы жестко, но не страшно. Все хорошо. Три звезды. Отлично. Через какую программу снимаешь? XSplit. Программа XSplit. OBS то же самое, по сути. Но я использую XSplit. Мне меньше глюков с XSplit получается. Все, субмарину мы открыли. Субмарину мы открыли. Все, бедненькая свинка убегает. А мы теперь сможем снизу куда-то проплыть. Во, туда. Ну что, поплыли? Я не буду этот уровень делать. Поехали, поплыли. Хотя нет, что нам? Надо закончить уже. Последний уровень и соберем сундук. Я надеюсь. Да, быстренько сейчас давайте. Что пропускать один уровень? Может быть, просто еще пятый будет, это четвертый водный уровень. Но вроде как последний. Вот такое еще красивое место здесь. Видите, мы типа в трюме корабля, типа какого-то. Так, давайте. Бам-бам. Не успеваем убить, видите, не хватает урона. Надо было Матильды не атаковать. Надо было Матильды другого. Ну ладно. Будет опять взрыв. Все как обычно. А мы попробуем вот так. Что за взрыв? Сколько урона? Давайте посмотрим. 288. Особо не напрягаться можно. Можно, например, вот так сделать. И получится 15% от всего урона. Мы здоровье восстановим сейчас после этого взрыва. То есть, видите, там плюс 41, там плюс 43 урона мы вернули как бы обратно. В здоровье превратили. Вот и добили. Все. Быстренько, буквально минутка. Очень быстро проходится здесь все.
Ну, уже близок конец. Конец игры очень близок. Скоро мы пройдем все. Так что, если кто не проходил эту игру, надеюсь, вам будет интересно посмотреть, чем все закончится. Насколько там сложные боссы будут последние и вообще, что там интересного будет. Может быть, там сейчас в обновлениях еще что-нибудь интересное добавили. О, 60 еще монет мы получили. И какие... О, ресурсы, смотрите, выпали ресурсы. Давайте пробовать тогда крафтить. Короче, сейчас видео заканчиваю для ютубчика. Сейчас я паузу записи поставлю. Мы продолжим скрафтим, короче, попробуем для Матильды, если у нас хватает монет, скрафтим оружие. Так что все, ютуберы, пока. Ну а вы, ребята, которые смотрят меня вживую, оставайтесь. Сейчас продолжим играть дальше.